В Свято-Троицком кафедральном соборе Бирска было совершено отпевание новоприставленного епископа Бирского и Белорецкого Ильи. Богослужение было совершено собором архиереев, митрополитом Уфимским и Стерлитамакским Никоном, епископами Салаватским и Кумертауским Николаем, Нефтекамским и Октябрьским Авросием, Магнитогорским и Верхнеуральским Иннокентием, сонмом духовенства Башкортостанской, Казанской и Челябинской митрополии. Глава Уфимской митрополии владыка Никон огласил слова сочувствия, поступившие в его адрес бирской паствы от святейшего патриарха Кирилла. В обращении, в частности, говорится, что нам неведомы времена и сроки, которые Бог определил свою властью каждому человеку. Господь по непостижимому промыслу призвал к себе почившего архипастыря в рассвете сил. Владыка Илья стремился совершать свое служение, заботясь о распространении евангельской вести среди современников, утверждении церковных в вере и благочестии. Слова соболезнования выразил также глава Республики Башкортостан. Епископ Илья скончался от острого инфаркта миокарда в паломнической поездке в греческом городе Салоники. Погребен в ограде Свято-Троицкого женского монастыря Бирска за алтарем Михаила Архангельского храма.